Привет, друзья, что сегодня сулят звезды. А также, так как мы весь прошлый год собирали для вас приметы на каждый день, и чтобы не повторяться, вы можете посмотреть приметы на этот день по ссылке в описании или по подсказке в углу экрана. Овен. Этот день подарит вам незабываемые эмоции. Будьте открыты для покорения новых вершин и не отказывайтесь от возможности научиться тому, что раньше казалось для вас невозможным. Телец. Уделите время для уборки. Сегодня стоит избавляться как от лишних вещей, так и от лишних мыслей. Задумайтесь, все ли из ваших целей актуальны на сегодня. Близнецы. Наслаждайтесь комфортом, который дарит вам жизнь. Сегодня и в личной, и в рабочей сфере все будет просто отлично. И не бойтесь, что это затишье перед бурей. Будущее готовит для вас много приятных моментов. Рак. Сегодня музыка – ваш лучший друг. Если хотите поностальгировать о прошлом или повеселиться в настоящем, выбирайте любимые композиции. Но не забывайте и об экспериментальных жанрах. Лев. Сегодня у вас все будет лучше, чем вчера, но хуже, чем завтра. Впереди вас ждет много приятных сюрпризов. Начинайте новую жизнь, но не забывайте о том, что вам дорого. Дева. Не забывайте, что ваше будущее зависит от того, какие решения вы принимаете сейчас. Даже если очень хочется отложить все важные дела на завтра, начните делать их сегодня. Весы. Вас ждет приятная встреча. Она может подарить вам хорошего друга или даже вторую половинку. Ни при каких обстоятельствах не стесняйтесь своих увлечений, даже если боитесь, что новому знакомому они могут показаться странными. Скорпион. Постарайтесь, чтобы ваши действия совпадали с вашими словами. Но если по какой-то причине осуществить задуманное не удастся, не бойтесь объяснить тем, кто рядом, в чем причина. Стрелец. Если кто-то доверил вам тайну, сохраните ее. Чрезмерная болтливость о других будет иметь для вас только неприятные последствия. Но если вы давно хотели что-то кому-то рассказать лично о себе, не бойтесь. К вашим тайнам будут относиться бережно. Козерог. Даже если все идет совершенно не по плану, не бойтесь. Вы будете приятно удивлены тем, что приготовила для вас жизнь. Возможно, к вечеру вы получите то, о чем утром могли только мечтать. Водолей. Сегодня удачный день для деловых переговоров. С помощью своей харизмы и знаний вы легко сможете убедить партнеров в правильности своих решений. Рыбы. Позвольте себе отдохнуть. Шутите, балуйте себя приятными подарками, проведите время с родными и друзьями. Если есть возможность, отправляйтесь в путешествие. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.